Так, это Сатурн. Едва его видно, поэтому с него и начал. 19-15 по Киеву, Харькове. 26 сентября. Сегодня Международная ночь наблюдателей Луны или за Луной. Но начал я с Сатурна, потому что сейчас дублю на самых низких настройках светочувствительности, и практически невозможно найти Сатурн. При такой низкой светочувствительности начал с Сатурна, ну а вот Луна, которую мы все сегодня дружно и наблюдаем со всеми международными наблюдателями. Наблюдаем с наблюдателями. Вопросы от автологии. О, а вот мы уже видим и кратер Платон. Кругленький, аккуратненький, 100-километровый. Вот эта краса тени, это 100 километров для масштаба, чтобы было понятно. Ветер, ребята, прятался, я прятался от ветра в каких-то ямах, но видим, что все равно колеблет камеру. И уже немножко даже заколебал. Удачная почва, конечно, тут. Ну уж, натурально в строительной яме нахожусь для того, чтобы хоть чуть-чуть от порыва ветра бежать. Слышно, как шумит ветер, да? Кратер охота мне снять. Да, вот этот сейчас будет подниматься. Вот он в кадр вылезает. Раскрасавец. Аккуратненький такой. И хребет тут замечательно красивый. И кратер этот с такой игрой света и тени. Сейчас все равно ветер, попробую я еще и резкость. Да, но пока еще низко над горизонтом Луны. Смотрим через плотные слои атмосферы земной. Ой, как сильно ветрит. Из-за дерева спрячется наша Луна. Натурально, как будто из дробовика пальнули по Луне. Да, жалко чуть-чуть. Вот как любит это отмечать. Так, ладно, Луна прячется. Поехали. Глянем быренько. Так, это огни большого города. А вот это у нас Юпитер. Сейчас мы спутников при таких настройках светочувствительности не увидим, а вот полосы на Юпитере я все-таки надеюсь узреть. Экваториальная
конечно, сбежал. Да. Так хорошо был в кадре на диоде, да. Сейчас. Ну, я вижу полосы в окуляр. Знаю, будет ли это видно. Медведь усиливается. Это уже даже не я. А ветер тремогу шатает. Жаль. Очень сильный 10 метров ветер. Да, в окуляр даже и спутники я вижу. Но как показывает опыт на экране, этого потом не видно. Резко чуть-чуть. Да. Ну, это самая темная съемка. Полосы видно. На Юпитере экваториальные спутников не видно. Сатурн вообще схематически отображается по факту. Едва различим. Давай завершим Луной. Еще надо сместиться. И следующий, думаю, будет посветлее. Так, главное тут МКС нам не прозевать. 19:38 с запада будет. Не, ну, плохенько еще. Видно, что через атмосферу земную. 19:23. Ну, уже скоро будет нам МКС. Ветер, ну что ж ты будешь делать? Руками держу камеру, приходится. Даже на тренинге приходится. Ладно, не будем издеваться над собой Луной. Девятнадцать 23 по Киеву в Харькове. 26 сентября 2020 год. Режим съемки. Видео на фотоаппарате Nikon Coolpix 5000, самые низкие настройки светочувствительности. ISO 120.